Празднование в Нью-Йорке Хэллоуин обернулось кошмаром. В центре мегаполиса была совершена атака. По уже знакомому сценарию машина врезалась в толпу людей, затем в школьный автобус, в котором находились дети. По последним данным, 8 человек погибли, 12 пострадали. Власти уже заявили, это теракт. Исполнитель оставил в автомобиле записку о приверженности ИГИЛ. Из Нью-Йорка передает наш собственный корреспондент Жанна Агалакова. Нью-Йорк готовился к карнавалу. Хэллоуин. Веселый ужастик каждый год собирает на красочный парад десятки тысяч человек, готовых в шутку попугать друг друга. Но все обернулось ужасом настоящим. В разгар рабочего дня, всего в нескольких кварталах от того места, где должен был стартовать парад, небольшой грузовой автомобиль неожиданно свернул с основной трассы на велосипедную дорожку, отделенную бордюром. Он проехал, давя людей, 14 кварталов. Это больше километра, пока на перекрестке не врезался в школьный автобус. В нем были дети. О, Господи, с вами все в порядке? Надо вытащить детей. О, Господи, нужна помощь, срочно. Из автомобиля выскочил мужчина. В одной руке пугач, в другой пистолет для игры в пейнтбол и с криком принялся хаотично метаться по улице. Движение остановилось. Похоже, он был ранен и прихрамывал. Кто-то закричал, что он вооружен. Все вокруг стали разбегаться кто куда. Мы видели этого парня. Он был в темной одежде и, кажется, с бородой. В руках у него было что-то похожее на оружие. Мы, естественно, убежали подальше. Нам очень страшно. Полицейские обезвредили нападавшего, ранив его в живот. Личность установлена. Сайфуло Саипов, 29 лет. Госпиталь, в который террористы отвезли в тяжелом состоянии, сейчас находится под усиленной охраной. Отвечать на вопросы ФБР нападавший отказался. Известно, что Саипов эмигрировал из Узбекистана в 2010-м. Жил в Огайо, Флориде, Пенсильвании, Миссури, потом перебрался в Нью-Джерси, работал водителем. На его имя зарегистрированы две транспортные компании. Сообщают, что его иммиграционные документы просрочены. В автомобиле, а Саипов арендовал этот пикап за час до трагедии, нашли сумку, в ней охотничий нож и записку на арабском, в которой он упомянул запрещенную во многих странах террористическую группировку ИГИЛ. Это очень тяжелый день для нашего города, ужасная трагедия на Манхэттене. Судя по имеющимся данным, произошедшее было терактом, коварным и жестоким нападением на ни в чем не повинных людей. Будьте бдительны и знайте, что сегодня и в ближайшие дни офицеры полиции Нью-Йорка будут работать в усиленном режиме. Следствие считает, что Саипов действовал в одиночку. На его окружении сейчас изучается самым тщательным образом. Пока информации немного. В соцсетях, как выясняется, террорист не присутствовал, а соседи описывают его как дружелюбного и спокойного человека. Президент США Дональд Трамп отреагировал на трагические события в Нью-Йорке целой серией твитов. Я только что приказал Министерству внутренней безопасности ужесточить нашу программу пограничного контроля. Быть политкорректным хорошо, но не в такой ситуации. Все произошло в двух шагах от мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года, в которых погибли почти 3000 человек. Тогда самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Эксперты говорят, что новым орудием в руках террористов стал автомобиль. Ницца, Лондон, Барселона, Стокгольм и вот теперь Нью-Йорк, где нынешний теракт стал первым после трагических событий 9/11. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Роман Кудрин, Первый канал, Нью-Йорк.